Через неделю наступит новый 2030 год. Все опять ждут конца света. Эй, яйцеголовый, ты получал подарки от Санты? Пора отдавать долги. Я никогда не верил сказкам, приятель. Доктору Навотному этот мир не нравился, и он собирался его изменить. Она почти готова, Конфуций. Скоро она живет и сдаст свой первый крик, и мир узнает, кто стал его новым хозяином. Остались сущие пустяки. Но сейчас нужен исполнитель, боец. И еще одно праздничное сообщение. Верховная адвокатская палата объявила рождественскую амнистию. 10 особо опасных преступников, отбывающих пожизненный срок в ночь на Рождество, досрочно закончат его на электрическом стуле. Прямая трансляция только на нашем канале. И, конечно, мы услышим последние слова самого любопытного и счастливца. Ти-Джей! Как же я мог забыть о тебе? Ты как раз тот, кто мне нужен. Уничтожил здание городского телецентра. Зачем вы уничтожили здание телецентра? Оно мне мешало проехать. Он душка, не правда ли? Ти-Джей был когда-то крутейшим завсегдатаем баров. В свободное от этого время выполнял довольно деликатные заказы и поручения. Босс? Здравствуй, Ти-Джей. Как поживаешь? Отлично. А вот вы похудели, босс. Почти прозрачным стали. Зашли бы когда-нибудь в гости. Здесь кормят на убой. Ты обижен на меня, Ти-Джей? Да нет. Хотя адвокат бы мне тогда не помешал. Я не мог помочь, Ти-Джей, но я не забыл тебя. Все это время я работал над новым изобретением. Оно сделает нас хозяевами мира, если мы снова станем командой. Может, и есть парни, которые предпочитают электрический стул трону, но я не из таких. Тюрьма – отличное место, но если мир пропадает без хорошего хозяина, я готов ее покинуть. Первая миссия. Пожизненное заключение. Тюрьма Алькатрас, Калифорния. Вы должны вызволить из тюрьмы будущего героя Ти-Джея, попутно уничтожить документы о нем, хранящиеся в административном здании, и вместе убежать с острова живыми и невредимыми.
и снова вместе, Ти-Джей. А теперь за работу. Это танк. Твое оружие мести и уничтожение. Давай же начнем с твоей вынужденной квартиры.
Миссия вторая. Свой среди чужих. Центр исследований вооружений, штат Иллинойс. Доктор Навотный долгое время работал в Центре исследований вооружений. Вам необходимо проникнуть в центр и уничтожить главное здание вместе с компрометирующими доктора документами и его бывшими коллегами. Сегодня день тестирования нового экспериментального вооружения. У вас есть шанс присоединиться к колонии экспериментальной техники и таким образом проникнуть внутрь. Вы сможете уничтожить центральное здание, разрушив охлаждающие установки во дворе центра.